Всем привет! Наконец-то открылся пол-центр. И хочу показать вам, что осталось у нас на витринах и на оценке. Вот сразу несколько дуг. Если честно, даже не помню, что это было у нас такое на дуге. Но, судя по всему, какая-то, наверное, белая орхидея. 199 рублей. Вот такое количество дуг. Я так понимаю, за это время девочки все равно ухаживали за орхидеями. Цветоносик засох, кора хорошая. Вот это вот что-то интересное. Сейчас это не вспомнят, а надо поднимать. А вот фаленопсис фонтана. Каскад. Не помню, что это такое. Но оно, видите, в керамике. Белый. Он для белого дороговато. Видимо, из-за керамики. И вижу, что их два вида. Так, там еще дуга. В общем, почему-то в основном уцелели, я так понимаю, дуги. Вот такая вот. По кругу закручена и растет листик, смотрите. Сингала. У сингала растет листик, растут корешки. Вот здесь рядом, видите, вон там дневной свет, поэтому я думаю, они сильно не пострадали, света им тут хватало. Вот так вот растут корешки. Цена замечательная, но я думаю, что они были белые, насколько я помню. И тут листик растет, и тоже это сингала. Внизу море орхидеи. Я очень долго ждала. Тут девушка отрывала все ценники и смотрела, что же там написано. А тут даже цены нету. Цена куда-то делась. И тут цена куда-то делась. Ну вот, а я и не сняла, надо было девушку поснять, хотя бы со спины. Так, тут ценник уцелел, 149 рублей. Неплохой грунт. А вот единственный цветочек вот у этой белой. И тут ценника нет. Вот так. Сейчас тут глянем. Ценники уцелели не везде. Цветонос. В общем, показывать, конечно, можно бесконечно. Но когда нет цветочков, это немножко неинтересно, наверное. В первую очередь цену покажу. Ну и то видите, что тут цены куда-то сделали ножки. Вот так их много. Покажу еще витрину, наверное. Покажу немножко витрину. Мы видим, что вон ангелина наша. Хлопочет над нашими любимицами орхидеями. Она сказала, что орхидеи, конечно, уже не товарного вида. Поэтому, если кому-то что-то понравится, подходите, спрашивайте. Оценят без проблем. Огромные кусочки. Мы уже в чате практикуем что-то. Огромные кусочки брать и делить. Очень удобно.
Монтрё, как она старается, держит свои цветочки. В общем, девочки, Ангелина сказала, что можно подходить для оценки. Выбрать, конечно, можно. Вот красотка, чем не красотка. Конечно, в основном все розовое осталось. Это думала пилорик сначала издали, но нет, просто она засохла уже. Ну, вот такая витрина. Они не убирают витрину, говорят, совсем будет пусто, если мы уберем даже то, что имеется. Ну и заодно посмотрю кору. Я вообще-то ехала, естественно, посмотреть, что есть. Зайти вообще в Бау-центр, потому что очень соскучилась. И мне нужна вот эта кора. Я ее использую и для фаленопсисов, но в первую очередь для нефаленопсисов. То есть она влагоемкая, здесь есть и мох, и волокно, уголь. В общем, влагоемкий, шикарный грунт, как вот для моего дома, для моего жилья. Вот он прям сразу под орхидеями. Мох. Мох, как всегда, конечно, солома. Так, а мох у нас стоит 45 рублей. Ну и весь грунт, как был, вот он так и есть. Кора. Одно время я... Ой, это не кора. Вот кора. Одно время я ее очень активно использовала. Здесь прям пластами длинными вот такими кусками. Ее продорезать надо. Может, где-то видно? Здесь, наверное, прозрачно. Вот такую кору сосны я раньше брала всегда. Все-таки я достала из упаковки. Написано «Орхидея микс». А вот тут, наверное, написано. Слепая, ничего не вижу. Вот смотрите, какой куст. Шикарный. И очень хорошая подставочка. Ангелина убежала спросить, сколько он стоит. Тоже все растет. Здесь свет, прямо вот здесь дневной свет рядом. И в Бау-центре, конечно, орхидеям повезло. И тилансии. Смотрите. Так вот висят. А на них цена. Ну, не знаю, я думаю, что их тоже девочки могут оценить. Пока я ходила, совершала тут покупки, радовалась всему, что можно купить. Мне Катюшка в чате написала в WhatsApp, что она хочет вот эти красавчики сингала. Цена, конечно, замечательная на них. У меня есть белые сингалы. Я думаю, что и эти белые. Стоя как слон в посудной лавке. Видите, корешочки, все растет. Но грех таких не забрать красавчиков домой. Мой сингал дал цветонос. Буду смотреть, какого у него будет размера цветочек. И вот у Кати теперь будет тоже сингала, который, думаю, долго ее не заставит ждать. И еще мне очень нужны вот такие вот кашпо. Я их обожаю. Тот высоковатый, сейчас пониже покажу. Он больше размером, мне такой не нужен. Просто вообще, вот он, видите, с блюдечком, и вот там дырочка. Я очень люблю их, красивые. И есть орхидеи, которые ложатся, то есть они могут уронить. Кашпо легкое. Кстати, уход кис, у меня огромные цветоносы. Если тоже не поставить его в керамику, то он просто может уронить горшок.
А вот такие покупаю для папы. Мне нравится, когда башмаки стоят таких кашпо. В общем, я сегодня довольная. Наконец-то открылся Бауцентр. И можно купить то, что нравится. А вот еще больше такой же. Это смешно, но у меня даже 12 горшочки дома закончились. Мне нравится, когда вот такой рубчик есть. Ставишь горшочек, чтобы он становился не на кашпо, а вот на этот край. И чтобы вот такая выемка была в серединку. Желательно даже еще выше. Вот такой выступ. Так что я сегодня еще и горшков возьму. Неужели? Наконец-то. Ходишь, выбираешь. Какое, оказывается, это удовольствие. Зашла в препараты, мне нужен фитоверм. Я обычно беру вот такой. Вредителей никто не отменял. И бороться с ними надо жестоко. Есть еще вот такой. Я знаю, что многие девочки, забыла в маске, говорю, я знаю, что многие девочки пользуются вот этими горшками двойными. Заодно покажу в Бауцентре цену и наличие. Вот эти небольшие. Работает мой любимый фонтанчик. Я с удовольствием всегда приношу сюда орхидеи на ступенечку и снимаю на этом фоне красивом. С вами не прощаюсь. Ждем завоза орхидей в наш любимый Бауцентр. Пока-пока!